Всем привет, я Рустам Солнцев, и это моя новая рубрика «Мама дорогая, актуальная за минуту». Итак, у нас новая напасть – живой Кен. Ну, тот, что с Барби. Эту роль на себя примеряет 90-килограммовый углеводный батончик Егор Халявин. Это звезда райцентра, знающий всю Аллегрову наизусть, взялся без устали кромсать себе руками хирургов, подгоняясь якобы к стандарту американской куколки. Удается это ему хреново. Бюджетненько. Удалив комки беша, подрезав носопырку и чуть отсосав жирок с пустца, Егорчик позирует с лицом бедной родственницы на богатых поминках. Мол, как я вам, неужели не секси? Егорушка, дорогой, чё-то не то. Фотошоп ты освоил, ты эротично втягиваешь щеки, типа худышка. Но Кен — это все же что-то другое. Может, в зал походишь, послушаешься, качнешься, и поверь мне, негатив